Правильное питание ребенка – залог его здоровья. Бесплатное горячее питание организовано для всех учащихся начальных классов школ республики. Для проверки качества питания и соблюдения всех норм в пищеблоке был создан родительский контроль. Теперь любой родитель может сам увидеть меню и узнать, какие блюда предлагают детям повара. Прошлой неделе, 11 числа, у нас была школьная проверка по поводу горячего питания. Ну, лично я была в восторге, потому что у нас в столовой довольно такая уютная атмосфера, дружелюбный коллектив, они отвечали на все вопросы. Питание, на мой взгляд, было очень вкусным и полноценным. Под контролем имеется в виду проверка кухни и столовой на чистоту, а также сверка меню с выданными блюдами. Очень важно, чтобы вкус также не подвел. Два раза в неделю в 8-й школе в начальных классах предоставляют ягодные морсы. Нам лично предоставили возможность попробовать. Действительно очень вкусно. Как отметили родители, питание в школе номер 8 организовано хорошо. Проверка не показала никаких нарушений. Как оценивают сами учащиеся блюда из школьного меню, мы решили узнать у них. Мое любимое блюдо – картофельное пюре. Могут еще давать конфеты или круассаны и яшкин. Мое любимое блюдо – манная каша. Очень хорошее, очень вкусное. Родительский контроль посетил и начальную школу номер 5. Как отметили в администрации школы, если ранее был создан комитет родителей из разных классов, который осуществлял регулярно проверку, то с этого учебного года от каждого класса есть свой представитель. Решение было принято с целью, чтобы родитель каждого класса смог лично убедиться в качестве питания своего ребенка. Во-первых, мой ребенок ходит в эту школу. И как бы тоже хотелось бы быть в курсе, как мой ребенок питается. При том, что мой сын вообще, в принципе, малоежка. У нас как бы все равно вот эта вот проблема с питанием с сыном всегда были. Он что-то ест, ну, как у многих детей, что-то не ест. Поэтому, наверное, и вступили в родительский контроль. Одной из задач проверяющих родителей является дегустация блюд. Необходимо убедиться, что блюдо безопасное для ребенка, а также вкусное. В меру соленое. Макаронные изделия не разваренные. Несмотря на то, что существует родительский контроль, главным критиком еды остаются школьники. Их мнение о школьном питании узнаем прямо сейчас. Здравствуй, как тебя зовут? Меня зовут Аделина. Тебе нравится школьное питание? Да. А какое твое любимое блюдо в столовой? Наверное, запеканка с джемом каким-то. Отлично. Здравствуй, как тебя зовут? Дана. Дана. Тебе нравится школьное питание? Да. А какое твое любимое блюдо здесь? Омлет. Как показывают проверки родительского контроля, организация питания в целом по городу соответствует всем нормам. Дети довольны. Благодаря родительскому контролю родители теперь могут быть спокойны за здоровье своих детей. Арлана Байдуча, Айхан Дангак, Дарина Даргат, телеканал Тува-24.